Всем привет! Сегодня я вам расскажу, почему нужно использовать enum вместо констант. Вы иногда пишете вот такие вот константы в ваших классах, вы их описываете и их используете. Но это плохой подход, так делать не надо. Сегодня я вам расскажу, почему. На самом деле так делать можно, но исключительно если это приватные константы. То есть если это приватная константа, которая используется исключительно в вашем классе, то проблем нет. Если же это публичная константа, которая используется во многих местах, то тут уже начинает появляться проблема. Они вроде бы не сильно значительные, но тем не менее они есть, и вместо них лучше использовать enum. Сейчас разберемся почему. Смотрите, вот такого подхода, когда вы используете такие вот public static final константы интового типа, есть определенные проблемы. Ну, во-первых, вы можете передать... Ну, вот смотрите, у меня здесь яблоки есть и апельсины, да? Допустим, у меня есть метод, который работает с апельсинами. Вы туда спокойно можете передать яблоки, то есть проблем с этим не будет, и это как бы проблема в принципе в вашем коде, то есть ваш код теряет логику. Дальше. Вы можете спокойно себе сравнивать, если вам ничто не мешает взять, там, написать код типа if apple равен там orange. Вот, это ужасно. Почему? Потому что, ну, вы сравниваете яблоки с апельсинами, такого быть не должно. Вот. Плюс, у них нету никакого namespace, да, то есть мы, если хотим их логически выделить, как видите, я здесь везде приставки apple подобавлял, а к апельсинам везде orange. То есть у нас нету логической никакой взаимосвязи между соответствующими константами, это тоже плохо. Плюс, если я, допустим, захочу вывести, там напишу какой-нибудь sout orange value, что оно мне выведет? Оно мне выведет 0, то есть у меня нет никакого стрингового представления этой константы. Это очень плохо. Тем более я не могу итерироваться. Да? Если я захочу пробежаться по всем этим константам, ну как я это сделаю? Это в принципе, разве что через рефлексию может быть как-то, и то через рефлексию я буду вообще по всем пробегать. В общем, это просто ужасно. Теоретически я могу вместо int использовать стринги, да, тогда будет какое-то там представление стринговое, я смогу это выводить, но это ужасно. Почему это ужасно? Ну, проблема с производительностью. Сравнивать стринги, это как сравнивать каждый символ посимвольно. То есть проблема с производительностью как минимум по сравнению с тем, что я буду сравнивать символы. Плюс, если я в коде где-то там буду проверять что-то, ну, я отдам какому-то клиенту свой код, и он у меня уже будет там, если это стринговое значение, он там будет как-то equals писать, сравнивать с какой-то строкой, что в принципе заставит его просто-напросто хардкодить строки. Вот, это ужасно. То есть подход вот такой вот, он ужасен. Намного лучше enum. Enum делают то же самое, но лишают всех этих проблем. То есть, если мы будем использовать enum, мы никогда в жизни, если у нас метод принимает яблоки, мы не сможем отправить туда апельсины, потому что мы работаем с яблоками. То есть, проблема решается раз. Мы не можем сравнивать яблоки с апельсинами, как вы apple и oranges будете сравнивать. У них есть свой namespace, то есть мне не надо там перед каждым значением добавлять, что это яблоко или и так далее. То есть они логически соединены вместе. Это реально классно. Если я захочу вывести какое-то значение через System.out.println, то есть у меня toString, любое значение, оно мне даст соответствующее там Fuji, Pippin, Granny Smith и так далее. То есть оно мне даст. Плюс я могу по ним пробежаться. У меня спокойно iterate я могу по ним сделать. Вот, поэтому enum, они преобладают всеми теми преимуществами, которых нету в стандартных константах. Это реально очень круто, но помимо этого есть еще куча всего. Взгляните, например, на вот этот код, когда у меня i равен apple минус orange template делить на этот самый. То есть стандартные константы не могут вести к какому-то вот такому непонятному коду, когда мы что-то, какие-то яблоки вычитаем из апельсином, делим на яблоки, ну полный бред, то есть... Никакой логики в этом нету, мы с этим можем делать какие-то операции, непонятно. В общем, стандартные константы, это полная ахинея, может привести к очень, ну, плохим последствиям. Enum же, в свою очередь, это все решает. Плюс enum, ну, во-первых, они финальные, во-вторых, они синглтоны, они implementing comparable и serializable.
Мы можем спокойно туда добавлять обычные классы. То есть, на самом деле, ну, если вы смотрели мои видеоуроки, то вы знаете, что Enama на самом деле практически ничем не отличается от обычных классов. То есть, там по минимуму отличий, там, допустим, они финальные, но при этом слово final мы указывать не можем, хотя они все равно финальные, мы от них экстендиться не можем. Мы не можем экстендить другие классы, но, ну, там, не знаю, object, к примеру, да, то есть оно мне сразу, но при этом мы можем имплементить любые интерфейсы, там, comparable, там, к примеру. Но он мне ругается сейчас, что надо заимплементить соответствующие методы. Плюс, сами по себе они immutable. При этом, если я хочу добавить сюда какие-то там поля свои, там, там private, final, там, int. И как бы... Ой-ой-ой. Чё я тут уже наделал? То как бы, в принципе, проблем с этим нет. А, здесь надо добавить значение какое-то. То есть, в принципе, я могу сделать immutable. Единственное, что мне придерживаться соответствующих правил надо, что все поля final, private final должны быть, никаких сеттеров, никаких модификаторов и так далее. Ну, я рассказывал про immutable классы. То есть, в принципе, они immutable, они потокобезопасные. И нам это реально очень классная штука. Есть, конечно, определенные нюансы, как, к примеру, то, что, допустим, в конструкторе я не могу использовать статические поля. То есть, если я напишу static int и равно 5. Вот, isout и, скажем, да, он мне сразу начнет ругаться, что ты в конструкторе используешь статические поля. Но, опять же, я их могу сделать final, и проблем не будет, проблема исчезнет. Вот, поэтому здесь как бы есть свои, конечно, мелкие нюансы по поводу Enama'ов, но я думаю, то, что вы в конструкторе не можете достучаться, ну и в конструкторе вы не можете вызвать там супера, вот, и так далее, то есть если у вас первый метод там будет супер, вы его не сможете вызвать, то есть там он сам делает всегда вызов, эти Enama. Плюс здесь нету практически проблем с производительностью, они работают очень быстро, и Enama просто они разработаны специально для этого, и в других языках программирования тоже есть Enama, но они работают не настолько качественно, как в Java, поэтому вы всегда должны использовать для ваших констант Enama, выносить все эти константы в специальные Enama, и это реально будет очень круто, быстро и эффективно. Вот. Ну, это вся информация, которую я хотел до вас донести. На сегодня все. Как говорится, отписывайтесь, ставьте дизлайки. Всем пока!